козлик. Причем рога вроде уже твердые. Интересно. Пойдем посмотрим. Вот еще козлик ходит. У этого лохматые рожки. Один отросточек на 4. Дальше плохо идти, место открытое. Правда, ветер дует. И он направление как-то меняет. То влево, то вправо ходит. Сейчас посижу, подожду. Ну что, в общем, вон еще один козлик рогатый. Этого тоже рога лохматые. А этот, короче, где же он? А этот, вот он. Поднял поглядеть. Видно уже плохо. Солнце село. У этого вроде по 3 отростка. Хотя непонятно. В общем, от нас удаляется. Еще орёт сбоку. Вот-вот уже территорию делить начнут. Просто так уже не будут ходить рядышком. А может, и сейчас начнут делить, кто их знает. Они почти по своим делам уже расходятся. То вот 3, да, отростка.
Я уже замерз, короче, с ними тут сидеть. Час уже, наверное, сижу. Вот этот, если метров 10 прошел, то прошел. Вот этот, наверное, метров уже 150 полукругом обошел. Мне кажется, вот этот крупнее. Однозначно крупнее. По морде видно, что он моложе. Кажется, он тот, что слева, он сам идет выпрашивать. Хотя он, возможно, себя считает и сильнее. В общем, какую-то ошибку карты мне опять написали. Если данных не сохранилось, то очень жаль. Вот тут два козла, короче. У одного на одном отростке 4 отростка, на другом 3. Ну и там четвертый, он маленько растет. Пасть всего на один. Потом пришел с краю поляны, короче, вон тот. Ходил-ходил стороной. И теперь к нему ближе подходит. Это вкратце, в общем, история. Того три отростка, который справа выглядит крупнее, который слева выглядит моложе. Ближе мне не подойти, тут вода и открытое место, в общем. И солнце давно уже село, и время много, и холодно. Сейчас посмотрю, чем у них все закончится. Сижу уже час примерно с ними, наблюдаю.